Театр «Красный факел» готовится к юбилейному 100-му сезону. Он стартует 20 сентября. А пока зрителям приоткрывает завесу тайны, пускает туда, куда обычно вход закрыт, и показывает то, что видеть не следует. На превью предстоящего сезона побывала наша съемочная группа. Преданные зрители в ожидании. У каждого в руках карта. Что их ждет дальше, остается только догадываться. И вот двери театра наконец открыты. Так как сезон юбилейный, гостям предлагают посмотреть на то, как жил театр, живет и будет жить дальше. 7 локаций. В зале «Золотой коллекции» зрителям предлагают окунуться в историю. В каждом углу перформанс, кадры лучших спектаклей 2000-х годов и бутафория. А тут можно надеть наушники и послушать воспоминания легендарных артистов «Красного факела» и удивительные истории из прошлого. Новосибирцев даже пускают на святая святых театра – сцену, где выставлены декорации знаменитых спектаклей. Ощущения на самом деле необычные, как будто сам становишься участником спектакля. Ведь для зрителей декорации всегда далеко, а здесь можно все разглядеть и потрогать. В такой день можно свободно перемещаться по театру и заглянуть туда, куда хочется, даже на репетицию, одним глазком. В «Красном факеле» такого еще не было. В 100-й сезон решили побаловать зрителей. Первый раз на сцене. Здорово очень, когда погружаешься в эту атмосферу за кулисы, всегда с другой стороны начинаешь смотреть спектакли, по-другому их воспринимаешь. Как-то роднее, ближе становится. Здесь кипит работа над спектаклем «Раздражение». С него откроют сезон. 100-й будет особенным. Много мероприятий, гастролей. В декабре месяце Александр Баргман у нас поставит спектакль по пьесе «Крамелинка». «Господин Дома». Это очень интересный, любопытный, ну и классик «Крамелинка». Он у нас в репертуаре давно очень не было в «Красном факеле». А после этого поставит, значит, Егор Черепанов поставит спектакль «Карьера Артура Уи» по Бертольду Брехту, где будет занята вся труппа и даже еще придется, наверное, воспользоваться услугами театрального института. То, что сегодня приоткрывают завесу тайны и показывают зрителям театральную кухню, не переживают. Говорят, показывают лишь малую часть. Остальное останется загадкой. Елена Мирошниченко, Тарас Тарасов, новости УТС.